Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 17 день, и я забираю 10 монет Одина. С удовольствием. Так, закрываем это все дело. Тут тоже. Ну что, Беззубик, давай посмотрим, что ты мне принес. Древесину. Какую-то рукоятку, видимо, от меча. Яйцо. И еще одна рукоятка. Слушай, по-моему, такое яйцо у нас было. Да, ребята, в наличии такое есть одно. Мы можем с тобой вывести. И это кто у нас? Давай-ка, хотел сказать, давай-ка освежим память. Ага, а оно еще будет в инкубаторе у нас выводиться. Хорошо, пускай лежит. Так, давай найдем еще с тобой где-то тут. Ага, вот оно. Замечательно. Что у нас там по янтарю? Все замечательно. Так, надо посмотреть. Ну, во-первых, древесинку заберем всю. Шикарные, шикарные запасики у нас. Ё-моё, молодцы, красавчики. Так, этих драконов быстренько с тобой отправляем в дальнейшее, так сказать, путешествие. Что нам здесь выпадет? Руны. Я даже не сомневался, ни на йоту. Так, ну что, продолжим, конечно же, бесплатно. Рыбий ног. Офигеть, за одни четки, ребята, 22,5 миллиона они просят. Вы совсем, что ли, того? Что у вас за расценки такие? Ну, тут янтарь, понятное дело, ребята. И янтарь 100% мне сейчас выпадет. Даже не сомневаюсь. Или шестерон? Нет, янтарь все-таки. 105 штучек. Да и фиг с ним. Давай отправляем его в путешествие. Пускай летит. Так, барсик. Что вы мне тут? Шестеренку, да? Ну, из этого всего я хотел бы получить, наверное, либо руны, либо вот яйцо дракона. Руночки, да? Сколько штучек? 12. Спасибо. Так, мы его дальше отправляем с тобой в путешествие. Нет, это мне не нужно. Пускай летит. Сарделька, а ты что мне приготовила? Ну, конечно же, янтарь. И больше чем уверен, что выпадет именно янтарь мне. Ну, естественно, ну куда же без этого-то? Ё-моё. Конечно же, на, получай, Рэй. Янтарь. Так, отправляем его дальше в приключение. Все, с этими разобрались. Погоди секунду, с этими разобрались. А эти хлопцы опять у меня сидят и балдеют. Понимаешь? Сидят и балдеют. Нет, 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 не расслабляться. Быстро на добычу древесины, быстренько. Так, ты тоже. И ты лети. Так, здесь у нас яйцо выводится, да? А, подожди-ка, ну да, по времени. Это кто у нас? Ужасное чудовище. Ну что, мы его сразу отпускаем. 100 рыбы всего лишь выиграли от этого. Ну-ка, где наша зеленая смерть? Что она мне принесла? Сломанный меч и 115 тусклого янтаря. Пускай дальше идет на поиски. Так, надо мне камеру, наверное, немножко отдалить. Вот так вот мы сделаем. Ну-ка. Ну, неплохо, почти... Сколько там? Почти полляма, да? Древесины мне принес шепот смерти. 37 минут, друзья мои. 37 минут осталось подождать. А я могу, наверное, ускорить, да? Давай, закончим с тобой. Быстренько. Вот так вот. Друзья мои, академия у нас с вами 9 уровня. А это говорит о том, что я могу дальше продолжать тренировать своих драконов. Ну что... 3 ляма, пускай летит и обучается. Начнем с Беззубика. Так, дальше у меня будет водорез. Возвращайся, водорез. И лети, обучайся. Ну и, наверное, мы с тобой Громоля, да, тоже отправим на обучение. Прекрасно. Вот они втроем там и будут тусоваться. Сколько по времени это все займет? Не кисло. Совсем не кисло. Где у меня? Вот она стоит. Ну-ка. 50 тысяч рыбы. Как видишь, награда вообще ни о чем. Здесь мы забираем с тобой руны. Прекрасно. У этого смотрим, что есть на обмен. Отказаться. Так, ну вот это вот я возьму. Вот это я тоже возьму, ребята. А четки я, пожалуй, оставлю. Обойдусь.
Хотя нужно еще двое четок, как ты видишь, получить мне. Ну, я не хочу тратиться, слишком это дорого, ребят. Так, что у нас здесь, я не могу понять. Что-то они мне показывают, но здесь ничего такого нету. Значит, я это закрываю дело и пойдем с тобой открывать бесплатно пак загадочный. Ну-ка се, монетки Одина 9 штук. А здесь ужасное чудовище, Громель, Водорез. Ну и пошли ресурсы. Кстати, в конце, что вот здесь вот у нас? Шепот смерти обычный. Ну, друзья мои, такой у нас есть, поэтому я отпускаю за 2000 рыбы. Пускай летит во свояси. Но мы еще с тобой глянем один пак. Монеты Одина 9 штучек мы забираем с тобой в карман. И что же у нас тут? Рыба, бревна, рыба. Так, руны, шестеренка. Ну да, ничего особенного здесь нету. Забираем тогда награды с тобой здесь. Цветочки Фреи. У меня почему-то было сегодня обновление этой игры, но я, если честно, не вижу, что обновилось-то. Как было в прошлой серии, так и было. А, извини меня, на пол гигабайта, ребята, на 500 метров обновилась игра. А, может быть, событие? Да, есть событие одно. Ладно, предположим. Так, здесь я могу? Не могу. А, кстати, у нас статуя-то построилась на меткость или нет? Нет, еще 18 часов будет. Долго-долго, если честно. Ну что, вроде бы пока здесь все, да? Единственное, что я хотел, это... Я не могу их отправить сейчас на тренировку. Там все забито. Ну давай тогда, наверное, здесь с тобой откроем пак. Так, шепот смерти, Громель, Древоруб, Водорез. Все. Пускай сразу же следующий идет на активацию. Сегодня, наверное, аренку мы проходить не будем, потому что иначе очень длинная серия получится. Будем проходить уже в следующий раз. А сегодня пойдем по событиям прогуляемся. Во-первых, нам нужно с тобой вот это вот доделать. Я, правда, не уверен, что мы его доделаем. Нам в любом случае энергии не хватит даже пройти это все. Ну, сколько успеем пройти. Давай. Не забывай, что у нас с тобой Кривоклык поднялся до 13 уровня. Это очень хороший показатель. Сколько волн? Две. И первый это у нас душитель 10 уровня. Поехали. Так, тихо. Пока все норм. Продолжаем бомбить. Удар хвостом. Так, Кривоклык, души его. Так, последняя волна. Шепот смерти, чудовище. Так, и прихвостень. Ну тут, наверное, всем уже понятно, что, да, что нужно в первую очередь делать. Ага. Дойдет. Ага, до меня очередь дойдет. Короче, мы с тобой вот так вот сделаем. А теперь всех в сон. Вот таким вот образом. Замечательно. Так, кого бы... Наверное, вот этого. Минус шепот смерти. Ой-ой-ой, зря я, наверное, разбудил прихвостня. Хотя, подожди, может быть, мы успеем его бомбануть. Да. Ну, а здесь, естественно, ребята, делаем слепоту. И этот парень, как говорится, просто в наших объятиях. Мы его уничтожим. Да ладно, чудовище, не пугайся. Все будет быстро и безболезненно. Раз. И два. Ну вот. Переходим с тобой на следующий бой. Давай-ка крутим с тобой колесо. Древесина, ну понятное дело. Ну хотя бы 7,5 миллионов, и то приятно. А здесь рыба, да? В таком же количестве. Ну что же, тут у нас будет проходящий бой. Хотя почему проходящий? Мы получим с тобой цветы Фреи. Цветы Фреи. Это вот после цветочков, да, будет у нас проходящий бой. Потому что после него будет полубосик. И там уже будет пак. Ну, как ты видишь, две волны у нас. Начинаем с громобоя. Лаварык нам особо не страшен. Так, он не попал. Ну, что ты там нюню гоняешь, я не пойму, а? Блин, ну как же так? Вот промахивается и все.
Так-ка. Сейчас 100% что-то сделает. Он на трех делает пакости? Нет, не делает. Отлично. Так, они взяли, да? Они взяли на прицел, короче, моего барсика. Но это как всегда. Они любители над ним поиздеваться. Не знаю, почему именно его не атакуют. Наверное, им проще всего это делать. Так, давайте разбирать этого лаварыга. Куда ты сейчас? Что он будет? О, он еще и промахнулся. Он еще и промахнулся. Вот я, кстати, заметил, насколько уже серьезно начинает наносить урон наш кривоклык. Сейчас щит будет вешать. А, нет, просто хильнулся. Ну-ка. О, с критом вылетел. Так, а вот здесь нам с тобой придется уже, наверное, применять заморозку, если дотянем. Так, ну, в принципе, это все реально сделать. Шторморез. Вау. Успокойся. Так, и баньки. И баньки. Так. Этот первый на вылет. Я надеюсь, что шторморез будет вторым. Прекрасно. Ну и здесь надо добить и все, друзья мои. Выпендривается. Делаем слепоту. И после слепоты просто его потихоньку начинаем бомбить. Так, что он там? Да вот дудки тебе, парень. Вот тебе дудки. Ну что? Ах ты, не добили. Да ну, хорош. Вы что, ребят? Блин, Барсик, я от тебя, конечно, такого не ожидал. Он что, хильнулся, да? Сейчас-то мы его добьем, надеюсь. Все. Прекрасно. Надеюсь, что-нибудь хорошее нам все-таки здесь выпадет. Опять рыба. Вы издеваетесь? Я сейчас не удивлюсь, если будет древесина. Нет, рыба. 13,5 миллионов. Офигеть. Но зато мы с тобой забираем цветочки Фреи. 300 штучек. И идем на проходящий бой с тобой. Здесь надо будет подраться, а потом еще здесь. И только после этого мы получим с тобой пак. Но я боюсь, мы с тобой, наверное, дойдем максимум вот до сюда. Это если у нас все пойдет гладко. То есть, если мы не будем фейлиться, и все у нас будет замечательно. Так что у нас с тобой очень много энергии, и это хорошо. Энергия для чего нам пригодится, ребят? Ну, например, повесить слепоту. Или же, например, усыпить ветрокрылом всех. Поэтому 8 штучек этих очень даже нам кстати будут. Кусаем. Лучше, конечно, красными атаковать зеленых, потому что по ним как бы идет усиленный дамаг. Но я просто вижу, что здесь пристиголовый был ватным. Поэтому вот так вот я и решил сделать. Окей, здесь мы с тобой делаем вот так. В слепоту и начинаем его бомбить. Если наш кривоклык повесил слепоту на врага, то, ребята, это уже почти победа. Он никуда не денется, он ничего не сможет сделать. Хоть супер удар, хоть еще что-то, все будет лететь мимо. Ну, это правильное решение было. Оттянул, так сказать, себе немножко гибель. Так, ну что, а вот и последняя волна. Здесь, друзья мои, естественно, мы с вами применяем что? Мы сразу будем применять снотворное от нашего ветрокрыла. И желательно как можно быстрее это нужно сделать. А он почему-то отстает всегда вот у нас, я заметил. Тихо, подожди, подожди, вот это нам не надо. Он всегда почему-то самым последним ходит, я заметил уже это. Хотя стоит в ряду первым. Ну что, добивай. В плане. Блин, Барсик, вот на него нельзя положиться вот на 100%, ребят. Так, тихо. А, у него усиленная атака. Блин, он сейчас, наверное, уничтожит мне. Хотя, подожди секунду. Да, все-таки уничтожил. Потому что он был под усиленной атакой. Только это его и спасло. Ладно, штормореза, я думаю, мы с тобой завалим. Вдвоем-то. Тем более он промахивается.
Барсик, давай, как говорится, реабилитируйся. Оправдывай свои промахи. Из-за тебя, кстати, Кривоклык-то погиб. Из-за тебя. Все, ребята, победушка за нами. Остается глянуть, что нам здесь выпадет. Блин, древесина. Я уже думал, что пак. Но нет. Не тут-то было. А здесь опять древесина. Ой, куда же это все мне девать, а? Не, ну, ребят, на самом деле древесина и рыба никогда не будут лишними. Потому что сейчас у нас прокачка драконов идет на очень высокий уровень. Естественно, нужно будет очень много ресурсов. И, как видишь, 50% у нас выполнено уже прогресса. То есть идем уже на серьезные поединки. Здесь уже будут мини-боссики у нас. Что обозначает соответствующий значок. И две волны. Но, как ты видишь, уже три персонажа здесь. На первой волне. И персонажи довольно серьезные. Так, нам нужно с тобой, блин, как-то защитить ветрокрыло. Как-то. Если он доживает до следующей волны, ребята, мы их всех в сон. Ну, а там, естественно, будет разборка. И главное, чтобы Громорог вот этот не пробафал эту команду свою. Слушай, ну тут вообще замечательно у нас получилось. Хорошо, предположим, с первой волной мы... Упс. Только хотел порадоваться, но ты сам видишь, что получилось. Промахнулся у нас ветрокрыл, не усыпил Громорога. И тот начинает выпендриваться. Так, еще делаем с тобой... Ага, хотел сказать отхил. Ну да, делаем с тобой отхил. И начинаем бомбить. Так бы ему крышка была. Просто у нас пониженная атака была на Кривоклыке. Ты смотри, что творит, а? Добиваем. Ну и смотрим, что у нас тут. Ух ты. Скалотряс, блин, душитель. Кого будем брать-то в первую очередь, наверное... Давай так сделаем. Попробую душитель забомбить. Ага, это мини-боссик у нас, ребят. Сейчас будет... Вот почему я нисколечко не сомневался, что он будет именно так делать. Ну вот тебе... Ай! Ну как же так? Смотри, у нас... Блин, это с усиленной атакой. Давай так попробуем сделать. Это, ребят, просто оптимальный вариант. Он будет бомбить. Вот. Вот именно на это и был расчет. Именно на это и был расчет. А у нас что, все с пониженной атакой? Да нет, вроде бы. Вообще промахиваемся. Типа мини-босс ему все можно, что ли, или что? Как вообще это понимать? Так, давай своего кореша бомби. Все. Мы его попробуем сейчас... добить. Нормуль. Теперь слепоту. Ну и все, скалотряс тоже, как говорится. Не-не-не-не-не. Ты промахнешься. Промахнешься, парень. А вот если бы не было бы слепоты, ох, он врезал бы. Вот он врезал бы, мало бы нам не показалось здесь. Но фиг тебе. Да что ж такое-то? Укусом. Все, друзья мои. Мы здесь прошли. По-моему, у нас там с тобой последний бой остался. Ну, на этот раз, надеюсь, повезет нам. Ох ты. Дали вот такой вот пак, загадочный. А здесь? А здесь рыба, как всегда. Понятно. Но еще один пак мы с тобой забираем. А нет, друзья мои, еще один бой у нас, кстати, будет. Но этот бой будет, опять же, проходящим, потому что... Тихо. Шторморез, Костолом, Лаварык, Душитель и Острокрылый Змеевик. Дикарь. Потому что, ну, этот бой нам ничего не принесет. Мы только перейдем вот сюда. И на следующую серию, по идее, мы с тобой должны будем пройти. Да? Да. Пройти это испытание. Самое главное, что оно пока еще доступно только наездникам.
Потом она откроется на сутки уже, кто не обладает премиум аккаунтом, да? То есть, кто не является именно наездником драконьим. Как бы вот единственный, наверное, плюс — это то, что мы с тобой можем спокойненько проходить эти испытания, да? Я имею в виду именно то, что ты являешься всадником драконьим. И все. Это, наверное, единственный плюсик. А в остальном, как бы, что-то ты здесь какой-то там, я не знаю, делаешь рывок для себя, я бы не сказал. Так, ну что, валим этого, да? Мне кажется, мы сейчас потеряем с тобой нашего барсика. Вот что-то мне говорит об этом, да. А волн здесь будет две. Так, кто там будет ходить? Ты? Давай-ка я вот так сделаю, наверное, а? Давай своего другана вали. Да, слабо ты как-то бомбишь по нему, если честно. На. Блин, а там будет третья волна. Ой, вторая волна. Ох ты, смотри, что он сделал. Молодец, красавчик. Так, пробили мы ему щит. У него слепота, да? Спала. Я вижу. Так, если что, мы успеем с тобой, наверное, хильнуться. Можно, конечно, вырубить их вот так вот с помощью сна. Добить пристиголового. Теперь попробуем, наверное, похиляться чуть-чуть. Ага, мы бомбим. Если есть... Нет, надо добивать. Ёлки-палки. Да ладно, два душителя, вы серьезно, блин? Два душителя, ребята, и глыба. Это не есть хорошо. Это вообще плохо, если честно. Сейчас будет... Да. Хотя, постой. Если мы хотя бы усыпим... Да, я вижу, ребята, что атака будет маленькая, слабенькая. Но, по крайней мере, они не будут нам мешать сейчас. Понимаешь, да, к чему я клоню? Так, хильнись чуть-чуть. Он сейчас что-нибудь сделает пакостное, понятное дело, да? Так, мы его добиваем. Блин. А эти что, уже очнулись, что ли, все? Тогда придется, ребят, нам с вами вот так вот делать. И опять их усыплять. Поехали. Блин. Да чтоб тебя, ты какой-то, я не знаю, он сейчас добьет, наверное. Что ты будешь делать? Хорошо, что его начал атаковать. А здесь я даже не знаю, как быть. Тут, наверное, придется вот так, ребята. Другого варианта нету. Иначе глыба бы просто уничтожил мне. Угу. Вот теперь можно его спокойненько разбирать. Не боясь ничего, да? То, что там будет разбег делать или еще что-нибудь. Просто тихонечко кромсать. И, я надеюсь, добивка, да? Нет, не добивка. Сейчас добьем. Все. Короче, с этим испытанием у нас на сегодня конец. Остается получить награду с этого колеса. Как обычно, рыба. А здесь, как всегда, древесина, да? А нет, опять рыба. Понятно. Все, закрываем. Забираем здесь вот этот вот. Ой, подожди, подожди. Загадочный пак. Ну давай, говорю, забирай его. Так, монетки Одина. В копилочку. И давай посмотрим, что здесь. Шепот смерти, чудовище, водорез. И ресурсы. Так, в конце что там у нас? Что-то новенькое, да? Громобой, который у нас, по-моему, тоже с тобой есть. Да, мы его отпускаем. Подожди-ка. А, необычный, да, отпускаем. Ну что, давай тогда рванем на следующее с тобой испытание. Подожди-ка, я вот здесь вот заберу сейчас награды. Так, без зубиков путешествие. 5 схваток.
Слушай, по-моему, мы сегодня пойдем на арену. Так, ну что у нас здесь? Угроза. Вражеский... Подожди, это только что было. Подготовка. Вред вредителям. Такое название. Вред вредителям. Причем короткий довольно-таки ивент. Блин, я не успел прочитать, ребята. Нажал, а там как раз был базар. Давай смотреть, сколько волн. Наверное, как обычно, по 6. Обычно в таких вот коротких 6 волн дается. А нет, 2. Ну тут я даже не знаю, с кого начать. В принципе, древоруб как бы для меня опасен. Но и громобой, конечно, тоже. Вот уж дудочки вам, погнали. Так. Кусаем. Хорошо, что у нас есть красный персонаж, который наносит усиленную атаку именно по зеленым. Но я прекрасно знаю, что они будут сейчас делать. Ладно, это нам повезло. Слушай, должны, по идее, мы с тобой уничтожить? Да елки ты палки, Барсик. Ну как всегда, вот. Я уже не знаю, ребят. Я уже хочу, чтобы это изваяние у нас построилось, которое меткость нам дает. И чтобы мы уже спокойно попадали, а, и не промахивались. Но там еще говорят, надо прокачать его. Наверное, опять же, янтарем. Качается он, да? Кусаем. Бомбим. Так, и... Слушай, я думаю, сейчас добьем его. Это у нас первая волна. Можно вот так сделать. Хильнуться на дорожку, да? И добить. А здесь у нас кто? Шепот смерти и змеевик. Естественно, шепот смерти идет первым под раздачу. Вот так вот я сделаю. Угу. Пошли помогать. Так, шепот смерти, давай, вали, у тебя. Молодец, красавчик. Ай, промашку дали. Дали промашку, но это не страшно. Давай еще разок бомбани его. Не такого я хотел, если честно, не такого. Можно же так сделать, да? Можно так сделать и усыпить. А потом еще и добить. Блин. Раздражает, а. Раздражает меня вот Барсик, то что он постоянно второй головой своей промахивается. Ну что, друзья мои, крутим с вами колесо обозрения, блин, и смотрим. Древесина, конечно же. Это не тяжело догадаться. Ты уже видишь, что там выпадет тебе наперед. А здесь опять древесина. Ладно, мы с тобой получаем 200 цветочков Фреи. Подеремся в этом кругляшочке, да, и получим с тобой пак. Поехали. Слушай, ну это испытание, наверное, можно пройти одной заходкой, если, конечно, у нас все пойдет отлично. Ох ты, ох ты, ох ты. Какой тут у нас стоит красавчик. Ладно, попробуем одолеть их. Дудки тебе. Сильный парень, а ты посмотри. Крепенький. Потратился, да, все-таки? А этот сейчас из-под тишка будет бомбить. Кто бы сомневался, да? Слушай, ну отлично. Можно этого усыпить. Лучше бы, конечно, повесить на него слепоту было. Ну, по крайней мере, он так ход свой пропустил на один. Хотя... Так, последняя волна. Кто у нас там? Блин, чудовище и... Начнем с чудовища. Хотя этот тоже вредитель еще тот. Он своими фаерболами может так вжучить, что мало не покажется. Сейчас мы пока оторвемся с тобой на чудовище. Блин. Готов. Поехали. Так, и вешаем на него слепоту. Ну и, как ты понимаешь, мы его сейчас с тобой должны разобрать. Тяжело, конечно, все это дается, именно разборка.
Ну-ка, добьешь Барсика, а? Красавчик. Тут не подвел. Так, здесь мы с тобой крутим колесо. Выпадает нам древесина 1,5 миллиона. И здесь нам выпадает опять древесина 4,5 миллиона. Забираем с тобой пак. И вперед за рунами. 150 рун здесь будет у нас на кону. Так, подожди, я сейчас посчитаю. Раз, два, три. Ну, как раз 3 энергии должно хватить, ребят, нам именно вот пройти эту подготовку. А чтобы получить пак плеваки, нам нужно будет еще на арене подраться маленько. Так, ну что, здесь, понятное дело, начнем с кревета. Я не хочу, чтобы он тут электричеством бомбил моих ребят. Окей. Блин, очень сильно бомбит, конечно. Ну ничего, скоро мои креветики тоже. Опять? Фига ты. Смотри, что творит. Хильнемся мы с тобой тогда здесь. Что там думать, соображает что-то долго слишком. Уклонение. Так, здесь попал. Предположим. Ё-моё. А чё я парюсь-то? Давай вот так вот сделаем, да и все. На слепоте он вообще ничего сделать не сможет. Так, что там хрюкает? Дудки тебе, парнишка, дудки. Погнали, добивочный. Нормуль. Так, ой. Ой, тут обязательно нужно их в сон. Шторморез. Какой-то прям эпический какой-то. Предположим. Так, мне нужно будет сейчас вырубать их в сон. Всех абсолютно. Такой слабенький сон, конечно, будет. Ну, урон я имею в виду. Но, надеюсь, все... да, на всех сработало. Этого сейчас уничтожаем в первом. Дальше идет чудовище у нас. Я даже хиляться не буду. Прекрасно. Ну и вот у нас остается глыба. Ух, найс. Все, парень, ты наш. Даже не думай здесь что-то делать. Ты у меня под контролем. Правда, урон такой никчемный. Вот только лишь красненький наш, да, кривоклык нормально дамажит по нему. Остальные так, щекотят. Вот так, друзья мои, вот так. Дайте что-нибудь путевое, а? Вот плод мудрости оставьте, нет, они все равно дают тебе рыбу. А здесь, а здесь древесину, да? Там 3 миллиона рыбы, здесь 3 миллиона древесины. Хорошо, мы забираем с тобой 150 рун. Забираем и переходим на предпоследний поединок. Тут будет маленький мини-босс. А вот тут... А вот в конце-то я не знаю, какой босяра нас будет поджидать. Так, команда, конечно, тут вообще зашибись. Шепот смерти, громорог, древоруб. Молодцы, красавцы. Поехали. Ага. Вдвоем, потом... Зашибись. Потом всего лишь один мой сходит. И опять у них тут пойдет партия разыгрыша, а? Это сейчас сделал. Слушай, а он не сделал почему-то, ребят. Я думал, что сейчас будет супер удар, но нифига. Так, этот что, будет бафать? Нет. Так, а этот супер удар, наверное, залепит сейчас. Нет, что-то нам везет, ребят, пока. Пока везет. Всех баиньки, надеюсь. Добиваем. Пипец, добиваем. Тут надо будет хиляться. Поехали, вот так сделаем тогда. Слушай, если я его ударю, кривоклык вряд ли добьет. А, вот так мы можем сделать. Да, так будет эффективнее. По своему же, молодец, красавчик. Ух. Неплохо разыграли, кстати. Вот добивать бы его, конечно, нежелательно было. Ё-моё. Да вы серьезно?
Блин, этот сейчас вжарит. И этот еще тут. И тройной удар. Так, секунду, секунду, сейчас соображу. Пожалуйста, усыпи их всех, а? Пожалуйста, я тебя прошу. Прекрасно, молодец, спасибо тебе большое. Давай, наверное, водореза попробуем убрать в первую очередь. Теперь хильнемся. Вот так. Добиваем. Оу, щит. Блин. Лучше хильнуться тогда. Так, ну ладно, у него энергии маловато пока. Добьем. А этот что, будет массовую атаку делать или нет? Нифига подобного. А вот сейчас что-то будет, наверное, плохое, да? Нет, как ни странно, ребят. Довольно легко все прошло. Я думал, будет намного хуже. Ну, давай вращать, смотреть. Так, 10 миллионов древесины. Здесь же нам выпадает 13 миллионов рыбы, да? Или, блин, я думал, сейчас прилив сил. Но нифига. Так, у нас с тобой последняя энергия остается. И последний, соответственно, поединок. Поехали. 70% выполнено уже, да? Ох ты, сразу же, что ли? С таких вот здоровяков. И, как ты видишь, две волны будет. Шепот смерти, змеевик, блин. Плохо. Так, этот, конечно, здоровый. Тут будет два босса, я так понимаю, да? Это первый мини, так сказать, боссик. Потом будет реальный, серьезный уже босс. Так, змеевик тратится. Шепот смерти мы с тобой забомбили. А теперь два варианта. Либо усыплять их всех, либо же нам делать с тобой, подожди-ка секунду, вот таким вот образом. Сейчас посмотрю по шкале. Фиолетовый валит очень неплохо синих. Значит, нам выгоднее, чтобы этот бомбил, да? И тут надо еще выжить, не забывать об этом. Будем с тобой хиляться, наверное, потихонечку. Да ё-моё, вы... Ходят один за другим. Давай сюда, наверное, укус. Тут хильнемся. Добьешь ты своего кореша, в конце концов, или нет? Нифига. Надо было мне добивать его. Так. Сейчас что он сделает? Блин, какой-то, а? Ну-ка. А если я сделаю вот так вот? И вот так. Ох, ёх. Ты посмотри. Какой жиробас тут сидит. Синий, да, значит? Синий. Бьет хорошо по красным. И он начинает сразу атаковать. Ну ты-то что вот выпендриваешься? И этот еще туда же. О-хо-хо-хо-хо. Давай я вот так вот сделаю. Понятно. Босс у нас с тобой Громорок. Да добей ты уже его. Так, нормуль. Теперь надо чудовище нам с тобой как-то бомбануть. Он проснулся, естественно, начинает сейчас выпендриваться. А мы с тобой сделаем следующее. Вот так. Все, ребята, будем потихоньку бомбить. Он жирный. Что это он? Атаку на себя атаку повысил себе и защиту. Прикинь. Да елки ты палки. Тут, конечно, нужно будет его контрить. И надеяться, чтобы слепота не промахнулась. Бабах.
Так, смотрим. Кусаем. Офигеть жирный, да, какой? Просто жирнющий. И у него даже уровень не написан, какого он. Так, слепоту. Мне сразу легче становится, когда я вижу, что слепота на него прокатывает, то есть вешается. Сразу можно два хода бомбить его. Даже пускай там промахивается, это ничего страшного, не критично. Конечно, хотелось бы, чтобы попадали, но... На тебе. Все. Друзья мои, мы полностью прошли это испытание. Ну, здесь-то хоть повезет мне. Да, с древесиной. Ну, а тут, как обычно, с рыбой. Или древесина, опять же, да? Рыба. Что-то вообще перестало мне вести. Ну, ладно, мы с тобой хотя бы забираем пак. И на этом, так сказать, спасибо. Содержит элитный шторморез, громоль, костолом, ужас и злобный змеевик. Оу, криво-крив. Я так понимаю, криво-криво мы можем с тобой прокачать. Так, где он у нас тут? Криво-крив, вот он, по-моему, да? Улучшить. А он всего лишь-то получает 8-й разряд. Что-то он вообще, ребят, слабенький на самом-то деле. Слабоватый ты, парнишка. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сейчас... Хотя у нас по заданию нету, да, чтобы мы... Нам нужно защищать олух. Сейчас я гляну еще раз. Нету. Нам вот отправить беззубика в путешествие. Так, примите... Ага, вот здесь нужна оборона. 10 раз. Открыть наборы жетонов. Обучить драконов, выполнить цели. Победить стремительных драконов. Ладно, хорошо, давай с тобой разочек нападем на олух. Ой, точнее, будем защищать олух. Так, где у нас тут это задание-то? Да ёпрасоты. Вот здесь вот, обороночку с тобой сделаем. Поехали. Раз, два, два... 3, 4. Все, к бою. Не понял, а кто у нас? Да, в любом случае, ребят, не получится. Они у меня на обучалке находятся. Я имею в виду именно и беззубик, и водорез. Так что единственное, я даже не могу его отправить в путешествие, представляешь? Ну да. Тогда что? Тогда, наверное, вечером или уже завтра. Хотя завтра, наверное, задание это сбросится, да? Сколько тут? 18 часов у нас есть еще в запасе, ребят. Вечером, скорее всего, сделаем с тобой серию. Потому что обучаться они так, 18 часов, а обучаться они будут у меня. Да ёлки-палки. Сейчас гляну, сколько там у них идет по времени. Да, не 12 часов, 11, тут 3 часа. Так что потерпим маленечко. Да? Ну все, друзья мои, тогда на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Хотя, подожди, мы пак-то с тобой взяли. А открыть-то не открыли. Давай, посмотрим. Шепот смерти, древоруб, чудовище и ресурсы. Да. Ну а теперь все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.